З нами на зв'язку Михайло Соколов, член наглядової ради Української ради бізнесу. Вітаємо вас, пане Михайле, доброго ранку. Доброго. Ви особисто і, власне, Українська рада бізнесу, чи вбачаєте проблеми в разі ухвалення цього законопроєкту? Ну і якщо ми говоримо про конкретні, можливо, галузі, напрямки або види, малий, середній бізнес, чи буде удар, чи буде він відчутний? Будь ласка. Да, добрый день. Прежде всего хочу сказать, что в Украинскую Раду бизнеса я вхожу как представитель Всеукраинской Аграрной Рады. Поэтому я представляю прежде всего аграриев и говорить буду именно о ситуации с аграрным сектором. Мы как аграрии этот законопроект всячески поддерживаем. Он для нас является принципиальным, и мы очень бы хотели, чтобы он был принят. Причина одна. В этом законопроекте наконец решается проблема теневой аренды земли. Сейчас у нас примерно 40% земель обрабатываются теневым образом, то есть не платятся налоги совершенно. И вот эти люди, которые уклоняются от налогообложения, они, естественно, конкурируют при этом с теми, кто работает легально и налоги платят. Ну вот, то есть с теми людьми, кто входит в нашу ассоциацию. Более того, это все порождает так называемый теневой поток зерна, который приходит на таможню, и дальше из этого возникают проблемы с экспортом, опять же, не только у них, но и у нас, тех, кто работает легально. Так вот, в данном законопроекте, наконец, данная проблема решается. Более того, да, в нем на первом этапе, в первом чтении, был целый набор негативных норм, но в ходе работы, в том числе нашей работы с налоговым комитетом, мы принимали участие в соответствующих рабочих группах, эти положения были из него удалены. Поэтому на данный момент мы не понимаем критики в его адрес. Мы считаем его достаточно сбалансированным и полезным для государства и для бюджета. Ну, ось бачите, ви в своєму напрямку, в своїй галузі, побачили навіть позитив. Але, приміром, ось Рада підприємців при Кабінеті міністрів, навпаки, вважають, що ухвалювати цього не можна. І навіть є заява, вони кажуть, що ініціативу треба все-таки ще продовжити обговорювати. Все ж таки, якщо ми говоримо про якийсь консенсус, бачимо, що ось для вас плюс, але є і представники бізнесу, які кажуть, ні, це буде додатковий податковий тиск. Знаєте, я достатньо подробно изучив даний законопроект, і можу сказати, що дополнительний налоговий тиск, давлення там оказується на добуваючі отрасли, на металургію і так далі. Якщо говорити о середньому і малому бізнесі, то я не вижу там дополнительного давления. Да, там есть нормы, которые заставляют платить налоги тех, кто от них уклонялся. Но на наш взгляд, это просто наведение порядка. Не может существовать государство стабильно, если кто-то может систематически уклоняться от уплаты налогов. Почули. Михайло, дякую вам. Михайло Соколов, член наглядової ради Української ради бізнесу, був на зв'язку. Нині Данило Гетманцев в кулуарах парламенту спілкується з журналістами. Почуємо. Чи то не один законопроект і можу...